Ну что, дорогие друзья, мне кажется, что пришла пора поиграть в самую сложную игру, потому что поговаривают, что вероятность прохождения игры под названием Handle with Care равняется 1%. Давайте же это проверим. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и пришло время очередных экспериментов. Сразу отмечу саундтрек, друзья, потому что так уж работает. Мы уже не раз это подмечали, что если звуковое сопровождение, саундтрек или фоновая музыка в игре, даже в меню, прекрасно и заставляет улыбаться, и как бы сразу появляется дополнительная интрига, что же будет происходить. Значит, игра будет интересной. В общем, что я могу сказать об игре? Игра весит, по-моему, в районе 100 мегабайт. Это игра, которая недоступна в Стиме, где-то там на просторах интернета достается. И она сложная. Это все, что я не знаю. Я увидел ее у Андрюхи Эндифая и такой, типа, как бы, а почему бы не поиграть? Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, кушать, всем приятного просмотра. Чем-то мне это, мне кажется, напоминает... What an incredible opportunity for you to be now a treasure in a museum. For the first time in history we have... Короче, какое-то тут письмо от директора. Я так понимаю, что... Так, подожди. Ага, ну, управление на VSAD. Короче, мне это чем-то напоминает игру, помните, мы недавно играли этот самый нелепый вор. Ну, короче, где надо было с помощью изгибов тела персонажа стырить алмаз и унести его. Это что-то очень непроходимое. Это, я так понимаю, симулятор работника музея. То есть мы видим различные... Зацикленный саундтрек, конечно, не может не радовать, друзья. Различные какие-то... Подожди, стоп. А что я... Почему он так расшатывается? Я не понял. Я ничего еще... Так, подожди. А что такое вот это лево про... Бля. Подожди. А куда я должен это донести-то? Стой, 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 стой. Нахрена ты это взял-то? Наверх? Так, тихо, тихо, тихо. Неси, неси аккуратно. Все, я понял задачу, друзья. Мы работаем в музее. Ну, в музее, если быть... Так, тихо, 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 ни хрена. Кстати, многие напоминают персонажа из Hello Neighbor. Тихо, идем, несем, несем, аккуратно. А мы ничего больше не можем, да, кроме ВС? Блять, он прыгать может, что ли? А, нет, это я просто его шатнула немножечко. Короче, мы работаем в музее и должны просто какие-то очень ценные штуки перенести, но при этом не раздолба... А как я тут пройду? Как я тут пройду? Подожди, ты серьезно? Нет, стоп, ну пока как бы это не выглядит прям невыполни... Блядь, его шатает, пизда. Что, вы понимали? Вот я сейчас, например, вправо иду. Вот сейчас вправо иди! Аккуратно, Ставь, ставь. Хорош! Так, подожди, так это в принципе... Это в принципе нормально. В принципе нормально. Я пока не вижу, что значит 1% выполнять. Подожди. Надо с этим разобраться. Пока... Я просто случайно задел эту херню, как бы, я же не знал, что она такая хлипкая. А, кстати, в итоге это расшаталось, смотри, ну она засейвилась, засейвилась. Аккуратный, аккуратный работничек, давай, бери вот эту вазу. Так, туда... Да проблем вообще ноль, смотри, ВСАД, я чувствую просто, походу, эту игру, пацаны. Тихо, 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 тихо. Короче, ну, вы понимаете, да, это а-ля... А-ля управление становится пьяным, потому что я, например, нажимаю вперед, он идет куда-то назад, резко влево, вправо, нужно просто контролировать. Стой, блядь, ногу, блядь, аккуратно, нахуй! Дурак, блядь! Тихо, тихо, тихо. А это возможно пройти вообще без... Нет. Блядь, как он... Как он, сука, ножками... Нет! Дурачье, блядь! Ну, на чей счет-то это все потом... Пожалуйста, пожалуйста, нихуя наперед. Так, ну, слушай, мы в плюсе. То есть, я так понимаю, смотри, видишь, мы как бы получаем зарплату за то, что переносим эти тяжелые вазы. Несмотря на то, что я наебнул 3 штуки в общей сложности, я в плюсе, пацаны, я не в минусе, я нормально держусь. А вот эта херня выглядит, как будто она самая тяжелая, да? То есть, она типа такая, как бы из камня, из чего там сделана. Ребят, ну это, в принципе, не так уж... Нет, ну и, конечно... Конечно, смысл прохождения именно на 100%, да, ничего не за... Нет, 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 блядь! Куда ты своими ногами, блядь, перебираешь? Мокасины одел, блядь? Ты чё, блядь, делаешь? Как он так... Не, дурак. Это пиздец. Это реально сложно. Куда ты ногу выставляешь? Да куда ты идешь, блядь? Все, ну мы не в минусе, друзья. Мне интересно, это возможно пройти, ничего не задев? Это все? Короче, ребят. Это все, что, в принципе, представляет из себя игра. Но! Внимание! Теперь я понимаю, в чем заключается сложность. Сложность заключается в непосредственном прохождении на 100%, то бишь ничего не задев. Я не знаю, как это возможно. Сначала мне показалось, что чисто в теории... Подожди.
Давай попробуем. Вот я сейчас отвечу. Бля, буду. Я сейчас буду стараться. Вот реально. Если сейчас я, может быть, как бы немножечко где-то спешил, то сейчас я реально сделаю все, чтобы вообще идеально это было. Так, смотри, смотри, смотри. Главное не спешить. Понимаешь, в любом деле, главное всегда ответственно подходить. Нет! Нет, 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 вперед уже иди, блядь. Задел, ничего страшного. Кто эти вазы расставлял? Почему они так стоят, если это музей? Туда это как люди-то будут приходить? Но люди тоже бывают. Не только же работники неаккуратные, но и посетители могут быть неаккуратными. Зачем это так ставить-то? Еще этот зацикленный саундтрек? Пожалуйста. Пожалуйста, мужик, давай. Давай, 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 давай. Ты новые мокасины себе купишь, если сейчас все... Бля, как это пройти? То есть, понимаешь, есть люди, которые это делают, скорее всего, и на какое-то время. То есть, по-любому же есть спидран у этой игры, потому что у каждой игры есть спидран. Давай, иди, иди, иди. Так, 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 пацаны. Подожди, косарь, косарь уже заработали. Фух, я не представляю, как это можно сделать. Давай, давай вот эту бетонную херню сначала отнесем, потому что, мне кажется, самое сложное это вот там протискиваться. Это просто жесть. Управление, то есть это не как в GTA, там становится пьяный персонаж, например, и кнопки меняются местами, это немножечко что-то другое, он может раздвинуть ноги, он может, блядь, их... Надо чувствовать, реально, это игра, понимаешь, надо... Просто надо чувствовать! По стене. НЕЕТ! Блядь, почему он попятился, почему? Он дурак вообще, что ли, блядь, поехавший? У него крыша, блядь, у него денег много или что? Пусть поделится, блядь, тогда, если... Долбоёб. Просто долбоёб, блядь. Ладно, это не такой большой ущерб. В любом случае, если я сейчас все сделаю еще более гладко там, то у меня будет новый рекорд, как бы. Это будет лучше, чем первое прохождение. Я вспотел, я отвечаю, я не знаю, может видно, у меня просто весь потный лоб. Как будто это я таскаю эту херню. Ну нахуй ты... Как? Чего? Да ты, блядь, ты, блядь... Он что, подышал, что ли, упало все? Он же не задел даже! Какое здесь все хрупкое, и как здесь все держится-то, я не понимаю вообще, что происходит. Зачем он берется за эту работу, если он, блядь, на своих тоненьких ножках? Давай, иди, блядь, аккуратно, пожалуйста. Нет, только попробуй, блядь. Скорее всего, это ваза дорогая, блядь. Пожалуйста, не расставляй ты так ноги, и у тебя что, блядь, пластилиновые, что ли, нахуй? Я не понимаю, растяжкой занимаешься? Спортсмен, да? Красавчик, блядь, но сейчас немножко другое надо делать, тихо. Как этим управлять, я не понимаю. Нет, он задел, но не упало, не упало, не упало. Тихо, тихо, не отвлекай. Блять! Сука, это просто пизда. Это нереально, ребята, я не знаю. Может быть, кажется вам, что тут прикалывается. Вы просто не понимаете до конца, как он себя... Это те же 1250 очков. Это что-то... Это что-то просто нереальное. Это, я не знаю, конечно, подожди, мне просто принципиально теперь интересно разъебать здесь все. Просто вот он, настолько, чтобы он был криворукий, кривожопый, чтобы он сейчас просто здесь все. Вот с какой максимальный можно ущерб здесь получить? На, нахуй. На. Давай, бля. А ну почему еще начинает так раскачиваться, знаешь, то есть по закону подлости. Ну ты же знаешь эту тему. Ну по-любому у каждого было такое, там, в детстве, не в детстве. Вот какая-нибудь ваза была, какая-нибудь, я не знаю, хрень стояла в доме. И вот по закону подлости что-нибудь происходит, и именно она пострадает, блядь. И вот тут вот такая херня работает. Да падай уже, чё уж, ты сейвишься. Давай, блядь, разъеби тут все. Чё уж, похуй. Бля, и походу я буду теперь в каком-то очень... В каком-то рабстве, походу, я буду у владельца этого музея, потому что... Сколько здесь реально ущерб максимальный? Ребят, ну так-то на самом деле, ну, то есть я в подобное никогда просто не играл, в этом есть смысл, то есть тут как бы вроде от тебя зависит, а вроде нихера не от тебя зависит. Не знаю, сейчас такое удовольствие получаю, что я сейчас сам все разъебываю, а не случайно. Просто, и, бля, могу себе позволить, просто могу позволить как бы разъебать реально здесь все. Блядь, просто вот так вот нахуй. Все, вообще ничего не боюсь, бля, просто разъебенил все эти фигурки, статуи, блядь, вазы, не насрать вообще. Не, наверное, все, я сейчас заебусь разъебывать, короче... Я просто подобного, честно говоря, не припомню что-то среди игр, где надо было вот так вот аккуратничать, и реально здесь вроде от тебя зависит, а вроде не от тебя, потому что ты можешь вроде делать... Ты, короче, каждый раз проходишь по-разному эту игру, потому что не понимаешь, какие анимации начнутся в тот или иной момент. Это жестко, это реально жестко, блядь. Короче, я просто принципиально все разъебенил тут. Вообще похуй. При этом смотри, то есть вот вроде тяжелое, но он, сука, двигает, он просто своей пяткой задевает, и оно все падает, блядь. Но при этом, когда он несет это говно, блядь. Это жесть.
Ребят, ну все, мне надо бежать в другую страну после такого. Я натворил какой-то хаос. Не, конечно, принципиально интересно просто посмотреть, что будет. Я думаю, что ничего не будет, потому что, может быть, если бы это... А, ну я же это наебнуть-то не смогу. Точно, это он ее взял. Ладно, короче. Ребят, что я могу сказать? Прикольная игрушка. Как он ногами, сука, просто теребонькает туда-сюда. Наверное, подобного что-то мы точно не играли. Такая одноразка, то есть чисто пройти ее пару-тройку раз, попробовать там, вряд ли кто-то прям каждый день играет, не устанавливая новые рекорды. Потому что, по сути, конечно, основная задача это одна, пройти так, чтобы у тебя, ну, типа, ничего ты не задел. Не знаю, с какого раза, может быть, кто-то это пройдет с первого раза. Я прям сейчас пойду изучу спидраны на эту игру, они наверняка есть. И просто мне интересно посмотреть, есть ли пацаны, которые там проходят это... Да ты физически не сможешь быстро пройти. То есть он же, видишь, он идет с одной скоростью. Я тоже можно типа задеть? А, нет, это не задевает. Нихуя вниз. Ой-ой-ой. А, смотри, он туда может рикошетить. А-а-а. Но ты вот так не заденешь, да? Да, так он не задевает. Короче, я разъебал, в принципе, все, кроме вот этих трех штук. Двух. И которые у меня в руках, и которые надо отнести. Ну такая, ладно, забавная игра на самом деле. Но вымораживает пиздец его поведение. Просто, бля, ему хочется эти ноги, блядь, поменять просто. Я не знаю, свапнуть на какие-то, бля, на 2JZ, бля. Ну реально, на что-то более надежное. Потому что, ну он просто, ну смотри, ну что это такое за балерина, блядь. Друзья, вот такая вот игра под названием Handle with Care. Я, если честно, думал, что тут что-то будет подольше. Но в любом случае, что-то новенькое заценили. Если вы тоже знаете какие-то прикольные такие игрушки, там, по-своему, которые сложные, может быть, страшные, может быть, интересные, может быть, какими-то загадками, то пишите в комментариях, обязательно заценю, поиграем, посмотрим. Ну, а на этом, друзья, сегодняшняя серия подошла. Я реально вспотел, бля, и вроде не жарко, я просто вспотел, потому что я как будто таскал сам сейчас эти вазы. Огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.